что нужно принимать в новогодние праздники для того, чтобы облегчить состояние здоровья. Первое. При каждом приеме пищи употребляйте пищеварительные ферменты. Они помогут вам лучше усвоить и восстановить желудочно-кишечный тракт. Второе. Палочка-выручалочка для каждого. Это янтарная кислота для тех, кто боится поправиться во время праздников. Рассасывайте в течение дня 3-4 таблетки. Она поможет улучшить обмен веществ и переварить вашу съеденную еду в энергию. Соответственно, профилактируется накапливание жира. Третье – это позаботьтесь про свою печень и желчевыводящие пути. Растительный препарат на основе артишока поможет справиться с этой задачей. И четвертое – это АЦЦ или N-ацетилцистеин. Он связывает тяжелые металлы и выводит токсические вещества, накапливаемые в организме. С Новым годом, дорогие друзья!